Новую. А что такое? А, да, вот я начал запись второй половины. Но вот если разрешите перед тем, вот это последнее слово, Шаббат Шалом, которое и Рав сказал, и Рэб Юда, перед тем, как Эли там расскажет. Смысл Шаббат Шалом, вот кто мне раскроет глубже? Ну, не знаю. Первая реакция. Что такое шаббат? Шаббат не надо объяснять. Это день, который существенно отличается от других шести дней будней. Теперь, шалом, мне кажется, что он тут делает? Чем полнее мы переключаемся, чем мы глубже уходим в шаббат, тем больше мы соответствуем этой мицве, и тем больше наша душа выполняет то, что необходимо в шаббат. Но так трудно переключиться от шести будних дней. У нас сильна инерция, у нас сильны привычки. И поэтому, если мы желаем шаббат шалом, то есть полного шаббата, цельного шаббата, тем больше добра мы желаем человеку, чтобы он неформально ощутил себя в шаббат, а чтобы с ним произошли те изменения, ради которых Всевышний нам дал шаббат. Мне кажется, это вот эта полнота ощущения шаббата, вот это пожелание мне. Спасибо. Спасибо, Илья. Я думаю, у каждого сейчас есть что добавить. Да, да. Слушаю внимательно. Вот две вещи скажу здесь. Пшат здесь, понятно, как бы это пожелание мирного шаббата, чтобы у тебя был мирный шаббат. Другая вещь. Я слышал хороший пируш, почему в Амиде благословение за мир, оно последнее. Ведь, в принципе, когда мы говорим о том, что нам нужно, то мир, в принципе, стоит на первом месте. Почему вдруг это благословение, оно последнее? Вот. И комментарий, который я слышал, что чтобы прийти к миру, надо сначала проработать все остальное. Все остальные вещи проработать, тогда ты придешь к миру. Так вот, исходя из этого, если подойти к Шаббат Шалом, то начинаем с шаббат, да, с осознания связи с божественным, работы над собой там, и так далее. Вот, вспоминаем Яцеат Мицраим и Бриат Олам, вот, а в конце концов, чтобы мы дошли до шалом. То есть от шаббата до шалом. Спасибо большое. Рэб Юда, вы начали, вы должны обязательно. Такой шалом, я не понимаю. Что такое дойти до шалом? Ну вот давайте, давайте. Шалом до мирового шалом, до исправления мира. Я-то понимал, как обычно, неправильно, не как надо. Шаббат – это прекращение. Прекращение поиска мира. Чтобы мир был в тебе и во всем, и не надо искать его. То, что мы делаем каждый день, не находим. Так я понял. Но это совсем не то, что есть. Ну, а что теперь вы думаете? А теперь я думаю, спасибо тем, кто исправили меня. Нет, все шевим по ним. Я еще, если можно, добавить. Вот Беркат Коаним, например, да, она из трех частей, обратите внимание, там тоже шалом в третьей части. Первая часть, что Всевышний нас расширяет, да? Дает нам силы, расширяет еврейский народ. Второе, что еврейский народ приходит к тшуве, да, и Всевышний дает ему прощение. И третья часть, когда вот это все происходит вместе, то идет полное соединение миров и соединение народа в одно целое, и соединение нижнего мира и верхнего мира.
И вот это все начинает жить как единый организм, как полная гармония. И мне кажется, шаббат тоже нас учит. Вот движение к этому. Ну, такая у меня ассоциация. Спасибо. Спасибо. Если кто-то еще хочет добавить, или хочет вернуть нас к уроку. Эли, расскажи нам, да, что было. Не, ну, короткое содержание такое. Значит, Рав Йоэль начал с того, что высокосный год, два Адара, соответственно, там заповеди, идея о том, что так как мудрецы сказали, что хорошо проверять мезузы два раза в 7 лет, то как раз в 19-летнем цикле получается 7 высокосных лет. Вот так примерно получается удобно, что проверять мезузы – это высокосный год. Сказала простые вещи, что солнечный год, в принципе, это было из Египта, оно перешло в христианство, а лунный из вавилонской традиции перешло в ислам. Дальше поговорил немного по вопросу, спору мудрецов, какой Адар настоящий. Вот. А потом как бы главное внимание было на том, что как бы, что увеличиваем радость с наступлением Адара, а почему? Вот, во-первых, чему радуемся, во-вторых, с какого Адара начинаем радость, вот, и в конце концов, как бы главная идея была, что радость заповедей, да, что мы тут интересно, заповедям, заповедей, то есть тут вот по-разному это можно переводить с очень ёмкого иврита. Вот. И пару идей по поводу радости, радости заповедям, что первая идея, что каждая заповедь радует Бога, что мы этим радуем Бога. Вот. Радость постижения мудрости божественной в исполнении заповеди. Радость служения Богу. Вот. Значит, фраза, которую я отдельно как бы записал, «Нэнэ мэ мэцвот баая», значит, что как бы «нэнэ» это может быть как получающий удовольствие или получающий какую-то выгоду, то есть от заповедей, что это проблема. То есть, но вопрос, какая это проблема. Это вы записали, что проблема, или Рав сказал, что проблема? Это я дословно записал. Он сказал, что в этом проблема, да? Да, да. Мэ мэцвот бая. Зэ бая. Значит, и дважды он как бы коснулся одной идеи, вот в самом конце он второй раз ее коснулся, что смысл жизни, смысл служения, смысл, ради чего утром встать, вот он дает радость. Вот, все. Я думаю, что самая большая радость, что мы услышали от Рава сообщение, что мы получили. И просьба молиться. Да. Первый раз он просил публично, чтобы молились за него. Потому что он понял, как это действует на своем, на теле своем, на организме. Молиться. Ни одна молитва не проходит.
Доброе утро. Доброе Можно утро. Спросить, а что он ответил, я плохо очень поняла, что когда Миша, по-моему, спросил, что вот, а как увеличивать радость, как это делать? Он, это в конце в самом. Помогайте, Миша. Одну мысль я воспринял. Мне кажется, что я воспринял одну важную мысль. Он сказал, что надо попробовать сблизиться с великим человеком. Если человек сближается с великим человеком, у него такое счастье, да, что он оказался рядом, и он почувствовал, какая это радость оказаться рядом с великим человеком, то это в его сердце дает намек, а какая же огромная радость, что он рядом со Всевышним находится. И тут есть еще одна, это уже полфразы сказать. То, что современный человек в демократическом обществе не знает, это радости быть рядом с царем. А это огромная радость, которая человека полностью захватывает. И если кто хочет хоть намек на это получить, значит, у Льва Толстого в «Войне и мире» есть прекрасная сцена, когда Николай Ростов встречает кавалькаду царя. Какие у него переживания, как у него вдруг все его заботы отошли, и мир расцвел красками. Сначала приближались вот эти сопровождающие царя уже у людей поднималось настроение, потом сам царь, и потом в какой-то момент ему показалось, что царь посмотрел на него. И тогда это полностью, как говорится, он дополнился, весь мир для него исчез. Вот это описание, я чувствую, оно очень важное. Очень важное. Если человек в состоянии им проникнуться, то он поймет, вот что, о чем Рав Шварц говорит, что такое близость с царем Вселенной. Но вот по поводу царя у нас никакой нет возможности этим проникнуться. У нас нет уже таких ощущений, нет такого... Вообще вот это понятие «царь» для нас, это уже не звучит так, как раньше звучало. И это очень проблематично, поэтому... Ну вот с большим человеком сблизиться, вот это действительно может давать радость. А он сказал, почему именно в Адаре вот мы должны увеличивать эту радость. Я это сама говорила на уроке. А сейчас я вдруг как-то перестала понимать. Продолжение вопроса вашего, Таня. Когда Элиягу уже в конце своей жизни... Чтобы мы не забыли первый вопрос. Хорошо, продолжайте. Да. Когда он победил пророка, ну, не пророков, а идолопоклонников, и потом описывается, что он побежал впереди царя в Иерусалим. Это он сделал в присутствии царя. И потом он побежал, как отдавая почтение перед царем в Иерусалим. При этом он хорошо знал, какого-то царь и какая царица. Они были просто ужасные. Тем не менее, он, видимо, надеялся, что может случиться, они станут цадиками, не знаю. Но факт тот, что он перепоясался и побежал впереди царя. И потом царица ему сказала, что не ему, а передала, что она его собирается убить. Поэтому, да, есть такой, видимо, какой-то аспект, про который вот Миша говорит, несмотря на то, что царь такой далеко не хорош. Обратите внимание, что у царя Давида, когда он еще не был царем по отношению к царю Шаулю, тоже было похоже, да?
Он, хотя царь Шауль должен был, пытался его убить, тем не менее, mm-hmm. почтение и глубина вот этого чувства, трепета перед царем у него было. Но мы ушли еще от первого вопроса. Владимир, я боюсь, что два... Маленькая ремарка. Первый. Миша, маленькая почему ремарка. Адар? Там... Почему Адар? Было спрошено, почему Адар? Миша, маленькая ремарка по поводу вашего замечания. Так, подождите, мы уйдем. Ну, да, давайте к Адару вернемся. Нет, мы уже ушли. Это по поводу? Нет, был вопрос Таня по поводу Адара. Угу. Это совсем простой как бы, вопрос, и Рафьёль сказал общеизвестную вещь, что как бы, нужна ахана, то есть нужна подготовка. И он сказал так, что он как бы добавил, что тшува и эмуна царихим ахана. То есть вера и раскаяние нуждаются в и радость, и симха. То есть что нуждаются в подготовке. То есть надо эмоционально себя подготовить. Вот. Поэтому с какого периода начинается с Адара, с начала Адара? Вы имеете в виду, что подготовка к Песоху, да? А, к Пуриму сначала, потом... Нет, сам Адар. Да, Адар, это подготовка к Песоху. Или... Это да, поступательно Геула. Почему во втором Адаре, а не в первом? Потому что известное решение мудрецов, что мы кривим Геула и Геула. То есть приближаем спасение к спасению. То есть если бы у нас Пурим, это действительно большая радость. Я понимаю, что на Пурим вот у нас эта радость проявляется, но тогда это все как-то смазывается. На Пурим радость, а перед Пуримом тоже радость, непонятно по какому поводу. Понимаете, как-то это все получается смазано. Вот когда вы рассказывали, почему в Суккот у нас заповедь радоваться, вот это очень там логично все, ну это все очень такая целая цепочка событий, как там человек приближается ко Всевышнему, очищается и так далее, и радость получается. А тут вот как-то на пустом месте и преждевременно. Я понимаю, на Пурим вот очень сильно радоваться, но перед этим два месяца непонятно вдруг почему. Вот это как-то, ну, трудно у себя это вызвать. Я не понимаю, как это делается. Без такой вот особой причины. Ну, Написано, что Геула придет в Песах. Да. Ну, в Песах, вот и будем радоваться в Песах. Кажется, что причина сегодня прозвучала. В самом конце, когда Раф сказал об этом, и Эли нам снова перевел и напомнил, когда человек встает утром, и он чувствует себя здоровым, и он читает первую молитву «Моде Ани», то ее надо говорить с радостью. Так это же круглый год. Это же, минуточку. Конечно, круглый год. И вот Эли сейчас сказала о подготовке в этих трех случаях, да? Так вот это и есть подготовка. И когда мы поймем, что настоящая внутренняя радость от того, от служения, о том, что мы служим самому высокому, вот смотрите, отличие. Мы всю жизнь нашу трудились, там десятки лет трудились, ходили на работу, и это было служение, мы ходили на службу. От чего мы туда ходили? Мы ходили туда за зарплату. Ну, в общем. Нет, я только на этом месте резервирую возражение. Советские люди, многие ходили ради достижений и так далее. Но продолжайте. Коротко. Ну, спасибо, что разрешили. Это обычное мирское служение за материальные блага.
или даже за удовольствие. Да? Бывает и так. А тут совсем другое служение. Вот когда мы встаем утром, и все с нами в порядке, то надо научиться чувствовать благодарность и говорить вот это «моде они» неформально, значит, еще не до конца проснувшись. А вот действительно. И вы знаете, не исключено, что это работает. И что мы каждое следующее утро эту привычку усиливаем и радуемся больше. И вот эта радость не за зарплату, а радость от благодарности Всевышнему, что Он, несмотря на все наши, так сказать, дает нам еще одну возможность, еще один день. И тогда эта молитва, она с радостью. И мне кажется, это то самое служение, которое дает радость. И мы таким образом радость Всевышнему, что мы Ему искренне служим из благодарности, и это отражается на радость нам самим. Вот, собственно, мне кажется, так. Если человек просыпается несколько раз ночью, он должен говорить? Это ваш выбор. Если вы просыпаетесь ночью и вспоминаете о том, что вы можете помолиться даже ночью, да, лишний раз. Надо даже шма сказать, почему нет. Минимум два. Видимо, вопрос к доктору очень существенный, потому что я часто просыпаюсь ночью. Какое правило? И действительно это зависит только от желания или есть... Эли, скажи слово. Да. Так, во-первых, если человек от бессонницы ночь не спал, утром освобожден от моды Ани. Нет, он просыпается в туалет 5 раз. Посреди ночи, конечно, нет. Ничего не произносится, только утром просыпаюсь. Если сказал, нарушил? Если сказал, не нарушил, это разные вещи. Мецвот лотаасе запретительные. Если это сделал, то нарушил. Вот. А здесь как бы повелительное. То есть просто не к месту сказал. А если человек встал, еще полная темнота? Да, но если это встал уже, в смысле, с кованой встал... Устал ночью поработать. Дню, да, встал и решил поработать, сесть к компьютеру, что-то сделать. Просто посреди ночи встал, сел поработать? Да. И потом собирается еще уснуть, тогда... Не знаю, может уснет, а может нет. Нет, говорить не надо. Пусть работает. У меня вопрос несколько в другую сторону, если можно. Я не перебил, Миша, я вас понимаю. Володя, так все-таки, вот, понимаете, я не то, что я не спорю, я наоборот, я хочу эту радость, и я хочу понять, почему уже в Адар начинаем, и почему, и как это сделать. Потому что я не понимаю, почему вот сейчас на пустом месте, да, еще далеко от Пурима, и как это у себя пробудить, если это совершенно ни с чем не связано. У меня связанный вопрос. Может быть, это мой вопрос, как-то связан с вашим. А именно по главе. Мы сейчас... В этой главе Торы мы строим храм. Это все эти заповеди по построению храма, они нелогичны. Почему нужно брать такие доски, почему нужно покрывало такие? Это все заповеди, но они не мишпатим, да, они совершенно непонятно и невозможно объяснить. А с другой стороны, само
построение храма, когда оно было сделано, и первый раз, и когда Шлома построил, оно вызвало невероятную радость. И это описывается. Может быть, эти вещи как-то связаны? Можно почитать, если бы нам удалось, почитать труды Исхака Ньютона, Исаака Ньютона, который занимался, он изучал иврит, и он занимался построением мешкана. Он изучал подробнейшим образом и видел в этом модели мироздания. А то, что он подошел к пониманию мироздания намного ближе многих-многих других, ну, будем говорить, физиков, то мы это все признаем. Так вот, у Ньютона очень много работ по теологии, и он изучал иврит. Вот он видел в деталях и в пропорциях. Там же пропорции очень важны. Он видел в пропорциях, а он был хороший математик, а он видел в пропорциях, которые там описаны, отражение неких законов мироздания. В какой форме вам удалось эти материалы, Илья, читать? То, что вы сейчас рассказываете. Мне не удалось их читать. Они многие из этих материалов находятся в библиотеке Иерусалимского университета. Вот. Но я не знаю, кому удается с ними познакомиться, потому что там вопрос о том, кто хозяин. Там есть какие-то наследники Ньютона. Не знаю подробности. Доступ к копиям. Но мне известно это от моих друзей, которые каким-то образом с этим соприкоснулись через тех ученых, которые имели все-таки доступ. Ладно. Есть вот такое вот издание. Оно очень редкое. Дмитриев, неизвестный Ньютон. Это докторат, который неизвестный Ньютон, силуэт на фоне эпохи, И.С. Дмитриев. Научное издание издательства Альтея, Санкт-Петербург, 99-й год. Очень здорово. Это один из первых докторатов по неопубликованным статьям Ньютона. Вот, тираж аж 1400 экземпляров был. Вот. Прекрасно. Тут приводится то, как не полностью понятно, выкладки нет, но как Ньютон накладывал проекции мешкана на ось времени и как он расшифровал пророчество Даниэля. Вот, и какие даты он при этом получал. Еще мы помним... извините. Не-не, пожалуйста. Мы помним, что Ньютон считал Рамбама своим учителем через эпохи, и он глубоко его изучал. Глубоко изучал Рамбама. Они оба ученые. Иврит и Каббалу, да. А про Рамбама не слышал. Нет, я читал. В связи с недельной главой вспомнился Рав Ицхак Зильбер. Я думаю, Шелли тоже это помнит. Так он говорил, не будем учить, а мы давайте строить, будем строить. Угу. Среди нас и строили мешкан. И теперь оказалась такая история. У нас проходит в нашем колеле Парашат Шавуа. И когда доходит до постройки храма, самый малограмотный человек – это я там. И могу им сказать, потому что это вошло. Мы строили с Равом Исхаком, строили храм. Мы не учили там детали, а строили храм. Вот это делали.
Я вспоминаю, как он ходил между нами и что-то показывал там, и что-то... Только понятна ваша фраза. Вы, что значит вы строили? Как вы это делали? Вот я это не могу понять. Вы что-то делали из игрушек? Нет. Вы изучали строение? Не проходили главу, а строили храм. А как строили, не знаю. Не физически строили, конечно. Изучая Парашат Шаво, читая слова и объяснения Рава. Вы детально, глубоко изучали эту не фразу, учили, не учили, не учили, не изучали, не проходили материал, а строили храм. И это каждый раз повторялось то же самое, каждый год. Эли помнит, я думаю. А записи этого урока не осталось? Да где-то есть у меня, я же все снимал на видео. У меня вообще... Если вы найдете, вот вы знаете... Я не найду. Если кто-то будет... большое начинается с малого. Если бы вы один этот конкретный видео могли найти и поднять на YouTube, можно, это было первым шагом к тому, о чем вы мечтаете, все это поднять на YouTube. Не, Миша, это совсем не то. У меня тоже где-то аудиозаписи, я знаю, где лежат, но, знаете, сейчас вылетело имя из головы и ученика Дош, ну вот самый знаменитый, который запишет часть его учения, так он, среди прочего, на осенние праздники ездил в Европу собирать деньги для бедной общины Цфат. Вот, и зная, что... И как раз вот Шаббат Берешит, и зная, что в каком-то... что в зале, в синагоге сидит такой человек, ну, вылетело просто сейчас именно, все его знают. Значит, Рав синагоги дает... Рав Хаим Виталь, нет? Рав Хаим Виталь, да, спасибо. И Рав синагоги дает драшу по Берешит, и такие каббалистические вещи проходят, и так из себя как бы... вон лезет, вот, и видит этот, сидит, кривится, крутится, в общем, и он после этого, после драши подходит к Рав Хаиму Виталю, говорит, ну, как вам понравилось? Ну, говорит, ну, так себе. Она говорит, ну, а как тогда вы учите Берешит с Ари? Говорит, ну как, мы читаем Берешит, и мы окунаемся в это состояние Берешит. Потом читаем Бара, и мы окунаемся в это Бара. Вот. Понимаете, вот пересказать или увидеть даже в видеозаписи урок Рава Ицхака, это не то. Вот. Это окунание. То есть мы, да, окунались, мы, да, строили мешкан. Вот. Осталось в голове, осталось накрепко. Сердце осталось. Это очень здорово. Тем не менее, иметь это, пусть в записи, конечно, это не такое полное ощущение. Смотрите, иметь это в доступе для других. Да, я скажу пару слов. У меня есть записи, долгие годы, практически записи уроков. Большинство из них переведены на диски. И они лежат. Мне 85 лет. И я обращался и в Толдот, и нет, кто-то должен, это жаль. Это материал, я вам не скажу, это бесценный. Это бесценная вещь. Я бесценный. Я даю любому, кто готов это делать, никакой платы, без платы. Это мне стоило очень немалых денег. Но перевести на дигитальный. Перевести я не умею ничего. Да, но нужен кто-то, кто поднимет на YouTube. Ну, я-то не могу этого делать. Да, нужно молодого помощника. Или если кто-то из ваших детей и внуков вдруг бы захотел, а если нет, то надо искать. Не знаю. Надо искать молодого помощника. Можно даже такой микрофон поощрительный сделать. Вы знаете?
Да, давайте вместе, если хотите, полминуты просто уделим. Можно было бы попробовать поощрительный микрофон создать, если бы нашелся молодой человек, который согласился бы эту техническую работу сделать. Поднять все на например, на YouTube или будущее. Наверное, YouTube самое такое. Это уроки Рава Исхака, да? Да. Живые. Да. Без за много лет это же очень. Без комментариев. Вот как он начинал. Ну, это же действительно такое бесценное. Бесценное, но пропадает. Мне 85 лет. Ну, скажем, а вы перевели это уже в компьютерный вариант? Есть на дисках. На компьютерных дисках, да? Да. Ну, потрясающе. Но надо искать, кто. Давайте этим же подумаем об этом все вместе. Я готов любому дать с возвратом, чтобы он взял или сделал копию, или и взял, вернул потом. Нужен молодой человек. Давайте так, у меня к всем присутствующим просто просьба. У кого в голове возникнет имя, там, личность молодого человека, где или девушки, кто согласился бы это сделать, и мы молодой могли бы микрофон подать. До 60. И мы могли бы сделать микрофон. Что такое который... молодой, Миша? До 60? Тот, у кого есть время, посвятить этому несколько дней или сколько потребует времени. А какой там объем работы? 13 лет почти каждый день. Вау. Потрясающе. Это было бы отлично, если бы был доступ в какое-то место, где есть быстрый интернет. А, ну сейчас же быстрый интернет и дома улетел. Чтобы это быстро можно было поднять. Давайте оставим это на заметку. Есть такое богатство, и оно частично относится к вам. Безусловно. Потому что вы услышали об этом. У меня сил нет. На это нет. Просто нет. Физически. Это нужно в YouTube, да? Я просто в этом совсем не понимаю. К примеру, YouTube это самое простое. Можно еще... Это как... Базовый вариант, может, кто-то еще дополнительный. YouTube просто он самый доступный, его легче всего. То есть это нужно сделать, как это, канал в YouTube, да? Ну, это личный счет в YouTube, не надо высоких слов. Вы у себя на личном счету в YouTube поднимаете и делаете плейлист, то, что называется. То есть это нужно, чтобы у кого-то был личный счет в YouTube, да? Человеку, у которого это есть. Он есть у всех. Это его... Каждый человек делает счет в YouTube за 5 минут. Если человек хочет, чтобы были длинные видео, ему там надо YouTube сообщить свой телефон и дать подтверждение, что он не робот. Михаил, ты же разбираешься в компьютерах. Нет, нужен человек. У меня нет ресурса времени. Нужен человек, у которого будет ресурс времени, пусть за плату даже, я вот говорю. Можно сделать маленький микрофон, но такого человека, который имеет свободное время и посвятит этому, не знаю, неделю или сколько потребуется. Нет, не надо одновременно. Он постоянно потихоньку. Ну, в сумме это будет много времени. В сумме это займет время. Нужен такой, я думаю, или молодой, два варианта. Либо молодой человек, либо молодой пенсионер, который уже на нем нет трудовых обязанностей. Это, или молодой милиционер? Милиционер тоже. Пенсионер нет, молодой. А пенсионер? Я слышу. Молодой пенсионер, у которого есть время. Вот если даже у присутствующих молодых пенсионеров чувствуешь, что есть время, остальное можно было бы сделать. Есть время, но нет знаний. А это знаний не требуется. Это можно вас обучить. Обучается человек буквально за час. Миша, у меня вопрос такой.
А фактически, что это нужно делать? Вот у нас, например, это записано на дисках, ну, как их называют? Не обычный диск, а диск, ну... Ну, CD называется, CD, да? CD. Ну, ну, в общем, это нужно вставлять диск в компьютер и потом переводить это на YouTube. Это, что это? Да, с диска вы можете файл или прямо на YouTube, или, или в свой, или внутрь компьютера его. Лучше всего с дисков сначала загрузить внутрь своего компьютера, открыть директорию. Это, ну, я не знаю, по-русски директория говорят, да? Сгрузить, тут все гораздо сложнее, Миш. И тут вопрос, в какой программе оно записывалось, то есть проигрыватели, откроются эти... Это уже по ходу надо проверить. Это вот надо смотреть. А ну, что, я понимаю, может быть сложнее, проблема, а может быть... Проблема для продвинутых людей. Нет, нет, это не обязательно проблема. Это не обязательно. Я не забыла. Так это человек, я думаю, еще погреть. Еще раз, это человек, у которого просто есть время для этого. Это потребует время, неделю времени, например. Миша, вы ошибаетесь. Больше. 365 записей на 13 лет, оно не потребует... Скажем, 200 в год. Еще раз, я говорю... Не о времени компьютера, я говорю о личном времени, сколько это займет. Личного времени это, ну, две недели. Ну, я думаю, неделю. Личного времени, человеческого, живого времени сколько уйдет. Человек будет ставить, и каждый... Сколько, но это нужно иметь желательно быстрый интернет. Не влезай. Пусть будет кто-нибудь еще. Ну, все, я думаю, это можно... Быстрый интернет. Ну, вот этот оптический кабель. Он сейчас и дома у нас есть. Если можно, я вернусь к вопросу. Если мы обсудили это, эту часть. Потому что это, конечно, важный очень момент. Если бы это у кого-то могло начать получаться... Это должен быть человек, который как бы на довольно долгое время посвящен этому. Это не просто. А вопрос у меня такой, я хочу еще Владимир, только полфразы и все, и я вам верну. Да. У Рэб Юды есть огромная библиотека и уроков Рава Йоэля. Ведь правда, да? Да. Все, вот две библиотеки, на самом деле, они. Угу. Я вас, да. Все, я кончу. Тоже годы. Может быть, вот мы видим, что у Рав Йоэля есть помощник, который, и у него есть компьютер, и помощник, судя по всему, он понимает в компьютере. Может быть, он может поднять на YouTube, вот так, как вы говорите. Потому что там, наверное, надо обрабатывать, которые... Не знаю. Это Миша знает. Я не знаю. Ну, неважно. Давайте да. Побрасываться. Рав Йоэль тоже у меня есть, по-моему, в течение 30 лет, но не так, не в раз в неделю. Но и Рав Ицхак и лежит. У меня еще есть больная. У меня есть где-то 500 книг, которые написал о Раве Ицхаке. А теперь я вижу, что нет, какая-то книжечка маленькая вышла, сборник рассказов. А кроме этой книги ничего нет. И лежат, и все. Я лежу, после каждого приема лекарств лежу, и все лежат, все лежит. Если позволяют авторские права, то и книги можно было бы отсканировать и поднять в интернет. Что такое авторские слова? Авторские права – это я. А, подождите. Нет, 500 – это вы написали 500? Нет, 500 – экземпляров. Экземпляр. Лежат.
Это ваша книга прекрасная, я понял. Вы хотели бы, чтобы она была, в общем, доступна? Конечно, я хотел бы. В свободном. Потому что люди, которые читают, говорят, мы видели, слышали арабий с разных сторон, но изнутри его первый раз. Вот такие выражения есть, несколько выражений, несколько писем. Доктор Мендельсон, вы знаете, я занимаюсь в нескольких томах, ну, в общем, в большой аудитории я занимаюсь тем, что покупаю книги по иудаизму в разных издательствах, люди заказывают. Если бы вы мне написали такое короткое резюме, чтобы я могла поставить это вот во все группы свои, там много людей, что вот есть такая книга, и сколько она стоит, и есть такая книга, и вполне возможно, что много людей бы захотели купить. Понимаете, давайте попробуем так сделать, если можно. Спасибо за предложение. Дай Бог, чтобы у меня силы были. Ну, резюме маленькое написать, это же лучше вас никто не напишет. Совсем такое маленькое, которое в WhatsApp я поставлю. Может, оно уже есть на обложке книги. Ну, хорошо, я могу сама это сделать. Есть такая штука. У меня она есть, книга, я знаю. Нет, вот о книге, я это достаточно будет. Ну, хорошо, блин, Эдер, я попробую это сделать. То есть я сделаю это и посмотрим, может быть, получится. Да, у меня есть где-то книг 20, наверное, которые ждут покупателей. Если можно, я вопрос. Да, я, так что, Таня, если у вас есть возможность продавать книги, то, пожалуйста, обращайтесь. Ну, что ж, я вообще не занимаюсь этим, чтобы продавать. Я занимаюсь тем, что люди заказывают, а я для них... Да. То есть люди говорят, что они хотят, а я для них это ищу в издательствах и заказываю, и потом все приходят и забирают. Да. Вот обращайтесь ко мне тогда, я вам могу выслать список книг и так далее. Что еще раз скажите, пожалуйста? Вы обращайтесь ко мне, я вам могу список 20 книг, которые я издал, послать и так далее. Пожалуйста, да, пришлите мне. По e-mail можно прислать, или у нас есть e-mail в рассылке в нашей. Окей. Шаббат шалом. Всего доброго. Если можно, вопрос у меня обратно к главе или напрямую к главе. Вот эти законы, которые мы сейчас считаем по построению храма, это хуким, это, и тут оно очень интересно получается. Это настолько конкретные хуким, то есть с размерами, как делать конструкцию. И то есть здесь получается в каком-то смысле симбиоз очень выраженной конкретики и одновременно хуким, это значит необъяснимости. Да? То, что невозможно объяснить. Мы должны принимать их так, как оно есть. То есть, и самое главное, вот этот хуким, самый главный закон, это существование Всевышнего. Мы просто верим. Это хуким, мы верим. Это там, где мы, это там, где проявляется наша вера. И, а с другой стороны, в этих законах такая 50 крючков, столько-то метров, балки такого-то размера и так далее. Вот как можно объяснить такую странную связь? Можно попытаться, Володя. Угу. Вы сказали слово «вера», а однокоренное ему слово «проверить». И мне кажется,
может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Мне кажется, что эти подробности для того, чтобы мы могли проверить. А когда мы проверим, и если мы проверим, то наша вера получит такое мощное подтверждение, что... Что вам сказать? Теперь еще маленькое историческое сопоставление, если разрешите. А мы сейчас с вами находимся в процессе исхода. Некоторые говорят, что это как бы вот второй исход по отношению к первому исходу из Мицраима. И вот вы не задумывались, в чем разница между тем исходом и этим, помимо того, что время разное, время другое? Мне кажется, что разница в том, что тогда евреи в пустыне по этой инструкции таки построили мешкан, временный храм, где было присутствие Всевышнего, и они возвращались и вернулись на эту землю вот с этим вооруженные мешканом. Если вы помните описание, то мешкан шел впереди стана, а во время стоянок он был в центре, а во время переходов он шел впереди. И так под водительством Йошуа бен Нуна еврейский народ вошел в эту землю. А мы во время второго исхода пришли сюда, мы уже 73 года, если не ошибаюсь, имеем независимое еврейское государство. И все еще в дискуссии, насколько оно еврейское. Так вот, мы сюда вошли и входим, и возвращаемся, не вооруженные, а мешканом. И, кстати, наш уважаемый рав Йоэль Шварц как-то по поводу вопроса, а можно ли и надо ли подниматься на Храмовую гору, ответил очень коротко и просто, как он часто это делает. Он сказал, что можно подниматься, но только с одной целью, чтобы построить храм, а не просто так. Может быть, кто-то еще был на тех же уроках и подтвердит вот это воспоминание. Так вот, вопрос заключается в том, вот эти подробности, о которых вы спросили, Володя, они же не просто так. Они, может быть, для того, чтобы мы пока стоят там всякие политические и международные проблемы, имеем мы право на Храмовую гору, не имеем. Тут много всяких исторических фокусов и ошибок, которые понаделало наше руководство. Пока мы не знаем. Трудно подвести итоги. Но нам никто не запрещает, воспользовавшись этим описанием, построить такой мешкан. Все подробности есть, и материалы наберем. Ну, Бецалеля можно поискать, у нас все-таки талантливый народ. И построить, например, в Шило. Шило пока никто не оспаривает в наших руках. Там храм стоял, он 380 лет. Или в другом хорошем месте, на которое пока никто не претендует. И двинуться в Иерусалим. И посмотрим, что будет. Вот такая вот идея у меня давно уже как-то есть. Но мне, как правило, говорят, а нет, вот с тех пор, как построен храм в Иерусалиме, уже ничего не разрешено нам нигде. Вот единственное место, где мы только имеем право. Но в Торе и в Танахе написано то, что написано. И рав Йоэль Шварц не раз говорил, у меня это четко запечатлелось, надо читать то, что написано. Надо уметь читать то, что написано.
какой смысл он вкладывал, это там широкий, но я для себя это выучил. Надо читать то, что написано, и то, что мы можем исполнять. А что говорится? Вот попытка ответа на ваш вопрос, Володя. А что говорится насчет ковчега? Его во втором храме же уже не было, да? Угу. Там же скрижали, это, конечно, центральная вещь, но там еще крышка ковчега, это была совершенно особая вещь, которая дана была Моше в образе, и ее воспроизвести, по словам, можно только частично. У нее огромная роль, вот эти крувим. Скажите, а какая версия сегодня? Есть версия, что оно было спрятано в конце первого храма или как? Или оно попало в Вавилон? Кто эту тему напомнить сможет? Есть несколько версий. Одна заключается в том, что это было спрятано, и подготовил это царь Шломо, который построил храм. И он много что сделал, что сегодня не очень понятно. До конца исследовать то, что находится под или внутри храмовой горы, пока никому не удалось. И присутствие этого вакха там и всего, что за этим стоит, это сильная помеха для археологических раскопок. И наше государство пока не очень этим занято и форсирует. Хотя это могло бы быть самым мощным продвижением еврейскому присутствию. Илья, а какие есть еще другие версии? Есть версии, что часть храмовой утвари попала в хранилище Ватикана, потому что на протяжении сотен веков они скупали где только могли, в том числе и кумранские рукописи. Многие. Подождите, это же второй храм, я специально разделяю первый и второй храм. Во втором храме не было. Я говорю о первом. Я говорю о ковчеге, который был в первом храме, а во втором его не было. Ну, это понятно. О нем есть какие-то версии? Мне это очень... Я могу пару слов сказать. Да. В 80-е годы я был посланцем от Цахнута в Остии, это под Римом. Тогда я только начинал делать чуву и очень многого не знал. Я был в Ватикане. Там на меня смотрели, я был в вязаной кипе, на меня смотрели, думали, что я фиор, они тоже ходят в вязаных кипах. И я был в каком-то подвале, где были железные двери из какого-то металла, очень толщиной 1.5, наверное, метра. Это стена такая. И там были окна, тройные или двойные стекла. Ты мог подходить к этому окну, окошке, и смотреть внутрь. Был зал, были столы. На столах были какие-то золотые, я тогда ничего не знал, золотые предметы, покрытые колпаком стеклянным. Этот водитель экскурсии сказал, что это с храма Иерусалимского. Я это видел собственными глазами. Это замечательно. Но это период завоевания Рима. Это от второго. Да, но это, если ты сказал, что это одно и то, что не было вторых, так это одно и то же. Какая разница? Нет, ковчега во втором храме уже не было. Ну, а там все, я не знаю, что там было, я деталек не могу сказать, но все, что было, по-моему, это я в окошко смотрел там, смотрел минут 10, наверное. Ну, что я не знал ничего, что смотреть, что выискивать. Почему я говорю... А именно ковчегу уделяют так много. Если посмотрите на описание крышки ковчега, там два херувима. Вот Владимир Физик, он скажет, это уже напоминает некий резонатор. Это, причем
обязаны сделать это из цельного слитка, а ни в коем случае не из частей. Меня слышно, что-то у меня заморозилось? Да, слышно. Да. Это может быть и духовное, и физическое устройство очень глубокого назначения. И образ Всевышнего появлялся между этими крыльями. Нет, образа не было, образа не было. И образ, и образ. Был голос, который слышал только Моше, когда он стоял у входа в храм. Он стоял у входа, и он слышал, и только он слышал. Всевышний просто в Торе это сказано, надо перечитать, что Всевышний появлялся между, вот именно конкретно указано. Не появлялся, в своем разе, не путайте. Слышался. Ничего нет образа, не было. Слышно было. Только голос. Было перечитайте сказано, что... внимательно. Перечитаем, обязательно перечитаем и вернемся к этому обсуждению. Но слово, что на крышке конкретно указание физического места было, как по моей памяти, надо проверить. Вот эта крышка, почему я говорю, она имеет глубокий сакральный смысл, кроме самого ковчега, вот эта цельнолитая крышка имеет огромный смысл и отдельная тема. Где оно? Потому что во втором... И вторая тема, я даже не очень знаю, а была ли в ковчеге второго храма это такая же крышка, он бы как бы заново изготовлен, да? Видно по словесному описанию. Ну, такая тема. Ну, хорошо. Тема требует размышления. Во всяком случае, описание нам дано очень четкое. А зачем... Давайте думать. Я вам одну из версий озвучил, но, может быть, есть и другие. Пока мы думаем, шаббат шалом лекулам, спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом, спасибо всем. Спасибо большое. Да. Шаббат шалом. Слово шаббат шалом мы теперь с большей осмысленностью говорим. Счастливо.